Персонал госпиталя составляют андроиды. Если хотите иметь дело только с людьми, сообщите в администрацию. Просим амбулаторных пациентов сообщать номер экипажа и стыковочной регистрации. Thank you.
Обнаружена неисправность. Подключение. Детали не хватает. Будем чинить. Лифт не исправен. Требуется ремонт. Могут быть еще. Стреляйте. Все, что вижу. Всем понятно. А ну-ка без паники. Они его просто убили. А потом сами сдохли. Поэтому заткнись и успокойся. Махоуни, слава богу, на нас напали, головорезы. Я все видел с камеры слежения. Ко мне подняться сможете? Нет, мы в западне, лифт не работает. Почините его, рядом с вами склад деталей, там есть все необходимое. Мы не знаем, где там искать. Там откроется на будущее, включите его. Он охренел? Тут Питерсон интересуется, ты там не охренел? Андроиды нападают на людей. Ладно, отбой. Сволочь. Вполне безобидные. Интересная теория, но я не собираюсь ее проверять. Зачем я вообще на это подписался? У нас гости. Может, тварь услышала выстрелы? Да ладно тебе. Мой приятель видел тварь, так что от нее можно уйти живым, главное сразу бежать. Правда, ненавижу Сикса. Смит, это Ренсом. Я тут проглядел твой отчет об андроидах Вейланд Ютоне и предложение по улучшению андроидов Сиксон. Что я могу сказать? Я ценю вложенные усилия, но мы с тобой живем в разных мирах. В твоем мире сплошные противопоставления и оценки. В моем — номера люкс и роскошные костюмы. Короче, дружок, я делаю так, как выгодно мне. А тебя я нанял не за твой профессионализм, а за то, что ты недорого стоишь. Просто найди способ сократить расходы.
Зря мы это сделали. Понятно, мы хотели есть, но... Но нельзя же так. Смит, это Спединг. К нам сегодня придут большие шишки. Ты все отрепетировал? Мы просто обязаны произвести впечатление. Говорят, они последние, кто заинтересован в приобретении андроидов со станции. Если вместо этого они решат купить модели Вейланд-Ютани, Сиксон не даст нам обещанную работу на Земле. Так что смотри у меня.